Здравствуй, дорогой друг. Мы продолжаем рассматривать оружие ближнего боя. И в этот раз у нас на очереди что и самые настоящие нунчаки. Давай посмотрим, какой же билд мы туда применили в этот раз. А в нашу шаку мы вставили следующие моды. Гальванический разряд. Ядовитая кара увеличивает нам статус и поднимает урон коррозии. Лихорадочный удар и шокирующее касание также нам увеличивают урон коррозии. Ярость прайм увеличивает нам скорость атаки. Тяжелая травма прайм увеличивает нам ударный урон. Болевая точка поднимает нам общий урон. И размах прайм увеличивает дальность наших атак. Также можно применить второй билд, который сделан просто уменьшенная коррозия, но увеличенный удар. И давай посмотрим, как наша шаку справляется с врагами. Как мы видим, шаку справляется просто великолепно, что с пулеметчиками, что с бомбардировщиками. Данное оружие почему хайли, я не знаю, но в принципе результат налицо. Оружие очень хорошее, очень мощное, при использовании комбо врагу будет оставаться просто либо умереть, просто у противника будет 0 шансов. Ну а на этом все, пока.